Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Заходи з протидії поширенню коронавірусу, призупинення міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, закриття закладів, у тому числі торговельних і сфери послуг – це інформаційний привід сьогоднішньої розмови. Про те, як вплинуть обмеження на життя і діяльність підприємців та всіх миколаївців, чи будуть компенсовані збитки, що зазнає бізнес внаслідок посилених заходів безпеки, говоримо з нашим гостем. В студії Володимир Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва Миколаївської області. Вітаю. Будьте здорові. Ми ще не прощаємось. Телефон в студії незмінний 76-92-33. Ну, перше моє запитання, Володимире, чи запроваджувалися на вашій пам'яті колись настільки масштабні заходи безпеки і, відповідно, обмеження на транспорті, в торгівлі тощо? Нет, на моей памяти, особенно вот за эти 30 лет нашей независимости, ничего подобного не было. И, в принципе, вот единственное, что из архивов я смог накопать, это ситуация в Москве в 60-е, 70-е годы, сейчас вот вылетела дата, это когда из Индии была привезена бубонная чума, и в считанные часы началось распространение. И тогда действительно была включена система полного карантина на всю Москву. Более того, даже самолеты, которые из Внуково вылетали за границу, они возвращались обратно. И таким образом, да, действительно, это было остановлено. Несколько человек погибло трагически от этого страшного заболевания. Были привиты в считанные там дни, но была прививка. То есть подобная локализация однозначно показывает, что это работает. Это на сегодняшний день в условиях того, что нет вакцины, то есть нет превентивной какой-то прививки, и мы понимаем, что в ближайшие 2 года она, скорее всего, не появится, то полный карантин – это, наверное, единственный вариант на какой-то момент остановить вот этот экспоненциальный рост заболеваемости, как происходит сейчас в Европе. Готуюся до програми. Ну, в принципі, вчора, в день, коли вже були запроваджені масштабні обмеження, ми поспілкувалися із кількома керівниками об'єднаних територіальних громад Миколаївщини, щоб поцікавитись, як саме ці заходи запроваджувалися у них, як відреагувало населення, в тому числі і підприємці. У Вознесенську інформацію про обмежувальні заходи поширювали за допомогою міської системи оповіщення. Про це розповів телефоном міський голова Віталій Луков. Про карантинні заходи в Чорноморській ОТГ розповів голова громади Андрій Дмитренко, а у Веселинівській ОТГ Олександр Румянцев. Будь ласка. На жаль, не всі зрозуміли, наскільки це серйозно. Ми зараз десь з 12-ї години постійно без зупинки по системі оповіщення. Ми повідомляємо про небезпеку, і після того, як десь з годину попрацювало, то люди почали розходитись по чуть-чуть. Тільки таким чином доходить. Базар закрився, реально закрився. Трохи продуктами приторговуючи, перукарям, сьогодні особисто розмовляв з деякими перукарнями, які там більші, про те, що вони теж не повинні працювати. Ну, ось така ситуація. Тобто постійно потрібно повідомляти. Мої звернення йдуть щодня. У нас кафе на території нема, у нас літом більше кафе. Зараз зимовий період таке. Закладів громадського харчування немає. Соціальна сфера стоїть вся на карантині. Заклади освіти, культури. Особисті прийоми теж ограничили. Ну, там до необхідного мінімуму, скажімо так. Ну, так, в цілому поки спокійно. В Веселинівській селищній раді було прийнято рішення, виконавчим комітетом було прийнято рішення про обмежені комерційної діяльності, окрім продуктових магазинів, аптек та заправочних станцій. На сьогодні була проведена роз'яснена робота по виконанню даного рішення. Віднеслися в основному з порозумінням, розуміючи те, що лучше
все-таки виконувати розпорядження, тому що забезпечити не поширення вірусу. Ну а так, в принципі, працюємо в режимі дистанційного управління. Тобто селищна рада працює на сьогоднішній день відповідно до графіку, затвердженого мною, селищним головою. От ситуація сама по собі спокійна, нормальна. Ну, от, до речі, приблизно те, про що говорив Віталій Луков, вознесенський міський голова, я спостерігав уже два дні в Миколаєві, йдучи на роботу повз центральний ринок або через нього. І вчора, і сьогодні ринок працює практично, як завжди. Ну, деякі магазинчики чи лавки зачинені, але і продуктова, і промислова, промтоварна частини працюють, і магазинчики навколо центрального ринку працюють. І якось по системі оповіщення нічого я не чув і не бачив, що хтось ходив, попереджував. Ну, з одного боку, зрозуміло, люди всього живуть, так, з того, що вони щодня заробляють. Але з іншого боку, це ж все ж таки серйозна загроза. Як достукатися? Когда-то один із величайших коміків Михаил Жванецький сказав замечательную фразу, що поки я не почувствую колесо КамАЗа на своей груди, я не поверю, что это больно и смертельно. Увы, ну, мы все так жили и живем, и продолжаем жить. И то, что мы видим, как это начиналось в Китае, нам казалось, другой конец земного шара. Сколько было разговоров о том, что кто-то специально в Китае запустил этот вирус, чтобы там опустить их экономику. Ну, сторонников глобального заговора всегда было много у нас, поскольку интересно смотреть где-то, а не здесь. Когда вот теперь у нас пришла беда в Европу, а Украина интегрирована в европейское пространство, посмотрите, ведь десятки тысяч наших сограждан реально застряли на границах, они не могут вернуться в страну. Вопрос опять-таки заключается, они едут с того места, где сегодня полноценная пандемия, где каждый день возникает десятки тысяч новых заболеваний. И исходя из этого, вот эти люди как раз возвращаются к нам сейчас сюда, а наша медицина, как мы с вами понимаем, готова только относительно к подобным вещам. Поэтому обвинять наших обыкновенных граждан, которые живут с колес, то есть сегодня заработал, вечером потратил, оплатил коммуналку, купил продукты, купил что-то ребенку, какую-то одежду и пошел опять завтра зарабатывать, наверное, невозможно. Надо создавать было какую-то подушку безопасности. Но 95% наших граждан живет сегодняшним днем. И это так сложились обстоятельства, с одной стороны, с другой стороны, идеология никогда не была выстроена на накопительство в нашем обществе. В том числе, опять-таки, я же считаю, что уничтожение санитарно-эпидемиологической службы в нашей стране – это тоже очень серьезная ошибка. Да, эта служба стала зачастую на путь коррупционных отношений ради собственной прибыли, но это был, наверное, один из немногих таких форпостов, который боролся с подобными заболеваниями. Сейчас в Украине все будут пытаться создавать заново. Поэтому я считаю, что для предпринимателей наших, которые вот работают на рынке, в магазинах, в парикмахерских, в салонах, которые оказывают транспортные услуги и многое другое, настали тяжелые не две недели, настал тяжелый как минимум месяц. Потому что мы должны четко понимать, что это невозможно взять вот так вот, моими палочки, все, завтрашнего дня оно закончилось. Должны мы прийти к таким показателям, в том числе и в Европе. И когда вернутся все наши, вот кто сейчас стоят на границах, у нас должны быть такие показатели, что да, можно сказать, теперь можно ходить в кино, в театры, теперь можно, значит, посещать другие мероприятия, и опять начнет работать транспорт. То есть сейчас прогнозы самые разные, но это никак не будет две недели. Мы должны к этому тоже быть готовы. Ну, коли йдеться про крамниці, кафе і перукарні, їх закриття завдає певних незручностей для споживачів товарів і послуг. І, в принципі, впродовж питання, яке я щойно вам поставив, чи навіть питання родом, не знаю. А для підприємців це прямі збитки, правильно? Безусловно. Якщо, чи існують вже, чи можете ви сказати, механізми, ну, в тому числі, базуючись на вчорашніх рішеннях Верховної Ради, для компенсації підприємцям того, що вони втратять? Ну, смотрите,
На самом-то деле тут надо смотреть глубже, потому что с одной стороны просто рассматривать карантинные мероприятия в контексте того, как вот пережить этот месяц-полтора, наверное, это неправильно, потому что на самом-то деле за этими карантинными мероприятиями, которые рано или поздно закончатся, мы войдем в полноценный международный экономический кризис, который сейчас уже развивается. То есть он уже, мы не стоим уже на грани, вот на каком-то, мир уже летит в пропасть вот эту. И само собой разумеется, здесь множество угроз, которые, если наше правительство, наш Верховный Совет сможет снивелировать, то ему честь и хвала. И в принципе я скажу, что вот они быстро отреагировали вот этими карантинными мероприятиями, захватив в самом-самом начале это экспоненты ситуацию в Украине. Будем надеяться, что также хватит здравого смысла делать и все остальное. Ведь обратите внимание, маленькая Италия, вот по данным, по-моему, на вчерашний день, 43 миллиарда задекларировано на компенсацию на ближайшие, скажем так, только 2 месяца. Это медицина, опять-таки, прежде всего, это пострадавшие люди, но это огромная часть денег пойдет на компенсацию малому и среднему бизнесу, который, по сути дела, сегодня остался у них без дохода. Ведь туристические отрасли – это один из важнейших источников в Италии. Услуги, переработка, сельское хозяйство – все сейчас оно останавливается. Как розраховуються ці компенсації? В залежності від середнього прибутку чи як? Не могу вам сказать, потому что… Як це було б логічно, на вашу думку? Обычно это логика страховая компенсация. У тебя, просто я знаю эти случаи, когда морозом гиб урожай, вот тебе все, тебе компенсировали вот погибший урожай. Ты не смог сейчас посадить, потому что были карантинные мероприятия, ты должен был получить какой-то доход, вот, пожалуйста, тебе часть, может быть, не все 100%, но часть для того, чтобы... Но, принаймні, повернуть выдатки. Безусловно. А по поводу налогов, то есть мы уже с вами знаем, что Верховный Совет однозначно, значит, ввел там мораторий на проверки, там, на штрафы, но и вот единый социальный внесок, то есть он тоже, значит, на вот эти 2 месяца, на июнь, на март и апрель для предпринимателей он снял. Сам по себе единый налог, он остается, вот, но по крайней мере пока. Но единый социальный внесок уже остановили. То есть это действительно революционное событие, но ведь надо же смотреть немножко опять-таки и дальше. Ведь на самом-то деле тут не только вопрос в налогах, а вопросы в кредитах. Ведь практически все эти предприниматели закредитованы. Они берут кредиты в банках, в других организациях, которые доступны им. Они оборачивают эти средства, они зарабатывают себе деньги. Сегодня, поскольку это остановилось, возникает, ну как бы с персоналом все просто. Вот дверь, до свидания, никаких компенсаций мы платить не будем. А эти люди сами по себе за счет чего будут жить? Но это, может быть, мы к этому еще сегодня вернемся. А у предпринимателя остается вопрос, а как оплатить банку проценты? На самом-то деле еще сегодня нет. Но я подозреваю, что уже на следующей неделе определенные банкиры начнут обзванивать своих клиентов и задавать абсолютно логический вопрос, как это было в 2008 году. А не хотите ли вы вернуть кредит? Или хотя бы частично хотя бы рассчитаться? Не говоря уже о том, чтобы обслужить немножко раньше времени, потому что вот сейчас сложились такие обстоятельства. И это повлечет за собой вот определенный кризис, потому что люди планировали последовательные действия, а не вот такие вот связанные с форс-мажором. Да, согласно законодательству, то, что происходит сейчас форс-мажор, но как между этим вот выстроятся отношения между организациями, ведь мы с вами знаем, что один из наших уже украинских банков буквально вот сегодня утром объявил о том, что даже депозитные вклады, которые есть у этого банка, валютные, в долларе, они не могут выдать, потому что у них нету доллара. Потому что завоз доллара остановился, самолеты не летают, поезда не ходят, автобусы не действуют. И это не предмет для паники для тех людей, которые вложили, поверили в эту систему деньги. Тоже это предмет определенных мыслей о том, чем это закончится. Безусловно, я просто привожу один из примеров, когда это может повлечь за собой полноценный коллапс. Только лишь грамотное, здоровое общество, невзирая на все вот эти провокации, может выстоять, если оно будет спокойно и последовательно действовать согласно вот этим вещам. А я думаю, что и партии, и правительство
сейчас рассматривают новые меры с тем, чтобы вот остановить вот этот, не то чтобы ужас, а определенные коллапсические ожидания, прежде всего, от представителей малого и среднего бизнеса. Потому что действительно, они же в основном практически все закрыты. Да, некоторые, вы правы, они пытаются как-то тихонько работать, но основные-то они закрыты. Я вчера специально ходил пешком по улицам нашего родного города, я смотрел, да, есть даже, я нашел там один фитнес-клуб, который работает, но там было буквально, по-моему, 10 человек, а все остальное закрыто. Ви перерахували ще кілька загроз, а якщо все ж таки повернутися до питання про компенсації, що ще раз можете перелічити? Ви нагадали про ЄСВ, да. Що ще? Не будут начисляться штрафы. То есть, если на сегодняшний день предприниматель не оплатит вот до 20 числа единый налог, то штраф за март считываться не будет. Я подозреваю, что и за апрель в том числе. Значит, штрафы за проверки, которые были вот сейчас, вот, которые выставлены к оплатам, вот тоже можно не оплачивать, то есть до определенного момента. То есть по большому счету карантин – это полноценный форс-мажор. Но так уж сложилось, что у нас налоговая служба, да не только налоговая служба, считала, что деньги в данной ситуации все равно надо возвращать и быстро. Вот сейчас вот людям дали некоторую такую отсрочку о том, что все это к этому придет позже. Я не знаю, как действительно во второе полугодие 2020 года будет государство сводить свой бюджет, разве что не сложив курс доллара по принципу, как сказал наш президент, желая, чтобы было... 36,6. Заметьте, это вы сказали. Я бачив, чув, не пам'ятаю. Від 17 до 34 тисяч гривень штрафу за більше, ніж 10 пасажирів у салоні маршрутного таксі, зокрема. Від сьогодні юридичної сили набули карантинні обмеження, запроваджені Кабінетом міністрів України. Чи дотримуються їх у Миколаєві, перевіряли Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. Зупинка – центральний ринок. Напрямок в бік Соборної – 12:30. Півгодини, як почали діяти обмеження на перевезення пасажирів. А саме, їх має бути не більше 10 одночасно в салоні. Для тих, хто їздить на роботу, не дуже, тому що довго чекаєш транспорт, на роботу спізнюєшся. Краще б в масках сідали в маршрутки і все. Взагалі-то це правильно. Але тут на зупинці також стоять. Тут хоч вітер, мабуть, продуває. Я вважаю, краще б брали б тільки сидячи. Незалежно, 10 людей, не 10. Можна було б просто сидячі місця, щоб займали, а не брали стоячих. Патрульні проводять роз'яснення. Ми зараз патрульна поліція в Миколаївській області, яка працює на даний момент в посиленому варіанті несення служби, як і вся поліція. Будемо проводити роз'яснювальну роботу серед водії маршрутно-транспортних засобів, повідомляти, що так дійсно є така постанова, що з 12 годин 18 березня вона вже починає діяти, є певні обмежені заходи. Доброго дня, ви знаєте, що на своїй дії зараз є певні умови для перевезення пасажирів? 10 чоловік. Сьогодні ми вас попереджаємо, що завтра вже буде. Сьогодні при виявленні порушень карантинного режиму перевезень патрульні до адміністративної відповідальності ані водіїв, ані фірми-перевізники притягати не будуть. Попереджуватимуть. Відзавтра порушники сплачуватимуть штрафи. Патрульна поліція буде складати протоколи про адміністративне правопорушення. Дані протоколи будуть направлятися в суд. Розмір штрафу, який може прийняти потім вже суд в своєму рішенні, від 17 тисяч до 34 тисяч. Зранку машин на маршруті було вдвічі більше, ніж після 12-ї години. Автівки з'їжджають з маршрутів. Телефоном розповів директор однієї з фірм-перевізників Олександр Денисенко. Сократилось кількість машин, які виїхали утром, працювали
Скоротилась кількість машин, які виїхали зранку. Попрацювали ранкове перевезення і почали зупинятись. На ремонт машини з'їжджають, починають робити дрібні ремонти, які в них накопичились. Тому що це не рентабельно. Перевозити 10 пасажирів, паливо з'їдає всі доходи. Тому очікуємо скорочення кількості машин на роботі. Намагатимемося врегулювати цей процес, але буде складно. Ну, схоже, що дійсно це не рентабельно, тому що от вже під вечір колеги мої, в тому числі і наші працівники, повідомляли, що дуже мало маршруток в місті, і навіть автобуси комунального нашого підприємства або проїздять повз зупинки, або розвертаються і їдуть, напевно, що в парк, тому що пасажирів дуже часто не беруть. Ви не знаєте, чому саме 10 осіб локально, це число обрано? Це і не туди, і не сюди, якщо говорити про транспорт. Так от посмотрели, потому что автобусы, яка різниця? Автобусики разные, понимаете, да. И, может быть, опять-таки исходили из того, что по рекомендации, значит, там в помещении, там тоже должно быть не очень большое количество. На самом-то деле, действительно, вот ситуация, данная ситуация патовая. Ведь транспорт не обрабатывают, как мы видим, как обрабатывают в Азии, в Европе. То есть некому... Ну, показывали вчера, наши корреспонденты снимали, мы вчера в вечере это выкористовывали видео, как обрабатывают. Ну, обработать определенное количество транспорта перед выходом или обратно, но в течение дня люди же постоянно пользуются общественным транспортом, держатся за поручни, они заходят туда. На самом-то деле, действительно, человек, если пришел с этим вирусом и сел от 9 или 10, и он может элементарно заразить всех остальных присутствующих, при том условии, что он действительно является носителем, и у него сейчас как раз подходит к активной форме его вирус. Поэтому 10 будет, или 5, или будет 15, просто да, тут, наверное, все-таки, как вы задали вопрос, эта цифра взята немножко более с потолка. Ну и для того, что не больше 10, это значит водій плюс 9 пассажиров, теж, мабуть, на це... Не знаю, чи звернули увагу. Вчора на засіданні сесії міської ради йшлося, зокрема, і про перерозподіл бюджетних коштів. Ну, в першу чергу, можна сказати, про це йшлося. І депутати згадали про підприємців, які, на відміну від працівників бюджетної сфери, не можуть розраховувати на автоматичну виплату зарплат. Основним источником бюджетного наполнения города Николаева, как и во всей Украине, есть статистика упорная. Около 70% – это малый и средний бизнес. Поэтому я хотел бы напомнить о том, что на сегодняшний день работники бюджетных предприятий гарантированно получают заработную плату вне зависимости от сроков карантина, объявленных президентом Украины и соответствующе подписавший городской глава Сенкевич Александр Федорович вчера, известное распоряжение также о введении дополнительных мер к карантину, о закрытии малого и среднего бизнеса. Хотел бы вам напомнить, что малый и средний бизнес, если мы сегодня не поддержим его, в следующем году бюджет города Николаева может быть в разы меньше. Напомню вам о том, что за каждым малым и средним бизнесом, за каждым кафе, за каждой парикмахерской, за каждым салоном, за каждым магазином, которые сегодня не работают, по причине данного распоряжения стоят люди. У этих людей есть семьи, у этих людей есть дети, которые также сегодня не имеют возможности быть обеспеченными. Сегодня вроде бы как Верховная Рада проголосовала и сделала налоговые каникулы по плате налогу за землю с 1.03 по 30.04 2020 года и исключила нежилую недвижимость из базы налогообложения налогом на недвижимое имущество в течение с 1.03 по 30.04. Поэтому рекомендация от комиссии финансовому департаменту на основании внесения изменений в законодательство, которое провела Верховная Рада, подготовить решение местных органов власти. Также была рекомендация поддержать предложение мэра города Николаева в части аренды, по плате аренды. То же самое финансовому департаменту подготовить в одном этом же решении и этот пункт по, скажем так, льготам по аренде. У нас залишається буквально півтори хвилини. І, мабуть, останнє запитання. Ще одним наслідком, важливим наслідком таких обмежувальних дій
Ну, напевно, що в цьому і психологія людська додала. Це ажіотаж у магазинах, в супермаркетах, коли люди скуповували, ну, в таких кількостях, які зазвичай їм не потрібні. Як із цим бути, наскільки це обґрунтовано? Так і продовжують покупати. От я сьогодні спеціально зайшов в метро, я постріл, то тележки, очереди особих больших не було, працює більшість кас, але тележки всі переповнені. Тобто люди з яким-то стандартним набором зараз в магазин практично не йдуть. Беруть дійсно на волні цього ажіотажу. Але треба сказати чітко, що на сьогоднішній день, в отличие від бытової техніки і одежди, определенной части одежды, хотя и то она многое производится на нашей родине, продукты питания, базовые продукты питания, они производятся здесь. Они производятся в нашей стране, и комплектующие для этих продуктов питания, мука, крупы, масло, молочные изделия, мясо тоже отсюда. Да, мы четко понимаем, что в связи с вот этим карантином на границах, с разрывом в поставках продуктов питания, в том числе из-за рубежа, не будет виски какое-то время, не будет форели и семги из Норвегии, не будет каких-то экзотических продуктов. Когда закончится то, что уже есть. Да, да, когда закончится то, что есть. Совершенно верно, там с Азии, которые привыкли возить. То есть каракатица какая-то, осьминожек не будет. Но вот у нас в Николаеве есть несколько производителей туалетной бумаги. Да, они сейчас работают в полном... То есть все абсолютно нормально в этом плане, опять-таки, продуктов питания и средств личной гигиены, ну, за исключением антисептика. И то вот сегодня утром наше объединение фармации сказало, что они начали выпускать стерилизаторы для рук, и дали адреса, и дали телефоны. То есть даже это уже налажено. И маски скоро уже будут тоже в продаже, потому что сегодня их не шьет только ленивый. Поэтому, коллеги, я... Друзья мои, соплеменники, будет все нормально, надо какое-то время просто переждать. Самое тяжелое, это как раз для тех предпринимателей и людей, которые были наемниками этих предпринимателей, чтобы в это время сбалансировать свой остаток каких-то средств с теми возможностями, которые у нас есть, и вот продержаться это. Потому что государство... Не знаю, может быть, оно и будет рассматривать компенсацию, в том числе для малого и среднего бизнеса на фонд заработной платы. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Дякую, Володимире, дякую всім, хто був з нами. До зустрічі. Будьте здорові.